Всем привет! Я только что записал видео про английские книжки, чтобы учить английский. Но это не все, что нужно людям на этой планете. Мне кажется, что несмотря на свой универсализм, английским языком нельзя ограничиваться. И более того, я придерживаюсь такой позиции, что даже переводить с одного языка на другой — это не всегда корректно. Во всяком случае, различные книжки, мультфильмы, фильмы гораздо приятнее смотреть на языке оригинала или читать, будь то русский, английский, испанский или японский, итальянский, французский. Конечно, не знаю всех этих языков, но лично мне всегда было гораздо приятнее учить языки с целью ознакомиться с какой-то культурой. И вот поэтому у меня и возникла идея записать такое видео, в котором я покажу книжки, которые я бы хотел использовать при изучении языка, украинского языка. Дело в том, что не все, что я купил, не все книжки я реально использую. А если я их реально не использую, то получается, их покупать их было не на что, не зачем. Можно их употребить с какой-то другой целью. Ну, например, как подставку там для других книжек. В общем, это все грустно, поэтому нужно использовать книжки. Но с другой стороны, когда учишь язык, необходима регулярность. И поэтому здесь надо заранее понять, сколько времени получится уделять на изучение какого-то языка. Получится ли довести это до конца. И уже в зависимости от этого решать, браться ли за его изучение. Или просто отложить это, или вообще это не нужно. Но вот украинский язык, он настолько красивый, что очень хочется все-таки нормально научиться разговаривать. Я знаю то, что многие ASMR-артисты и любители ASMR находятся в Украине, точнее, некоторые, и поэтому, может быть, смогут помочь так. Наверное, поезд идет за окном. Так вот, насколько вообще есть ли у кого-то опыт изучения русского языка украинцам, или наоборот, причем не в детском возрасте, а уже в зрелом возрасте. Никогда раньше не учил славянские языки, кроме русского, и поэтому мне интересно, буду ли я путать грамматику русского, украинского. Если честно, вот я как-то полгода назад прочитал первое уроки этого языка, мне показалось то, что такой проблемы не возникнет. Мне кажется, что языки достаточно друг от друга отличаются, чтобы не путать их грамматику и не говорить на поганом суржике вместо настоящего красивого русского или украинского языка. Ну, так вот, в общем, вот этот учебник я читал. Читал его в поезде. Ко мне подошел какой-то чувак и сказал: я с Украины, вот, не хочешь выпить? Ну, я тогда, по-моему, не выпил с ним. Ну вот, значит, практически.
хрестоматия. Это вообще интересно. Кстати, вот для меня эти книги очень дорого стоят. И даже не то, что для меня, а сравнительно с книгами по изучению других языков. Но мне кажется, они даже чуть-чуть дороже стоят, чем книги для английского языка или там испанского. Вот здесь у нас для каждого урока, что ли, дополнительный текст. Ну, очень интересно. Наверное, видео будет неполным, если я не прочитаю ничего. Я извиняюсь за свои ошибки. Він увійшов у кімнату відпочинку. Знайомитись із останніми подіями, питає Григорій. Може, у шашки зіграємо, Богдане Васильовичу? Мені дуже подобалось, які правила по редукції гласних, що ли, согласних були учебники. Вони дуже складно описувались. Но когда начинал читать, сразу становилось понятно, что не очень естественно для фонетики украинского языка. Ну и вот еще такая книжка. Украинский язык, учебное пособие по развитию речи. Тоже на русском. Для тех, кто умеет говорить по-русски. Іспит. Виходить студент з аудиторії. Товариші нервово запитають. Ну що, склав? Так, здається, склав. А що, запитував? А хто його знає? Він же запитував англійською. Ну, понятно. И диск есть к нему.